Мост через Свиягу на улице Минаева продолжают ремонтировать. В этом году вместе с возведением новой конструкции в средней части сооружения подрядчики приступают к обновлению правого участка над руслом Свияги со стороны Улгу. Конструкцию построили в середине 90-х годов. Допустимый срок эксплуатации, по словам подрядчиков, не превышен. Первым делом мостостроители займутся поэтапной реставрацией мостовых балок, расположенных ближе к средней части моста. Затем их поднимут на новую проектную отметку. После монтажа балок их будет фиксация, полностью монтаж между собой, подготовка армирования пространства межбалочного, бетонированное пространство, подготовка верхнего основания под дорожную одежду. То есть процесс большой, тонкий, поэтому сейчас работа будет ведутся непосредственно здесь. В связи с проводимыми работами для машин, двигающихся из-за Свияжского района в центр, будет сохранена одна полоса. Движение для пешеходов будет закрыто. Тротуар сохранится со стороны Свияжского пляжа. Цель в течение полугода сделать и среднюю, и правую части моста. Специально в районе Улгу и Шеревского устанавливаются стенды с путями движения пешеходов. Но в связи с тем, что здесь, на этом участке, будет очень опасное движение для пешеходов, движение пешеходов в этой зоне будет запрещено. Поэтому есть схема маршрута. В настоящее время подрядчики установили на автодороге правой части моста на улице Минаева бетонные блоки, а также все необходимые дорожные знаки, в том числе запрещающие движение для пешеходов. Здесь будет смонтировано сигнальное освещение и нанесена временная разметка. С 15 апреля две бригады строителей начнут разбирать конструкции, двигаясь навстречу друг другу. В работах задействуют два гидромолота, два экскаватора и самосвалы. К концу года на мосту должны открыть двухпутное движение для трамваев, трехполосное для автомобилей, а также тротуар для пешеходов. Анна Тищенко, Управда ТВ.